В эфире «День спорта». Добрый вечер. Столица сенсационно обыгрывает «Кайрат» в заключительном матче основного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу. Подробнее о том, как пал двукратный победитель турнира, в нашем сюжете. В успех столицы в противостоянии с «Кайратом» мало кто верил до игры. В четвертой минуте второго тайма клуб из Казахстана был впереди 3-0. Прямую трансляцию встречи вел телеканал «Беларусь-5», и, возможно, кто-то при этих цифрах перестал следить за противостоянием. И зря. 26-я минута. Лазюк отыгрывает первый мяч, а Морено сокращает отставание до минимума. Невероятный камбэк в жизнь воплощает Николай Грицина. Наша команда может теперь подумать и о победе. А через полторы минуты столица выходит вперед. Удар! Гол! 4-3! Королишин забивает еще в пустые ворота. Виктория над «Кайратом» 5-3, да еще и сверхволевая. Пока будет самой громкой в истории белорусского мини-футбола. Конечно, надо учитывать то, что не было двух ведущих футболистов у них. Но, тем не менее, обыграть даже эту команду в таком составе, не самом сильном, это дорогого стоит. Да, это невероятно, как бы. Это какая-то сказка. Мы были андердогами, да, но получилось как бы как нельзя лучше. Я не знаю, как это прокомментировать. То есть это что-то невероятное. Это, наверное, сравни первому нашему чемпионству. Выиграв группу 1 в основном раунде, столица обеспечила себе место в первой корзине при жеребьевке элитного раунда. Соперников узнаем в ближайший четверг. К слову, белорусский клуб подает заявку на то, чтобы принять и этот мини-турнир.